с Костей не так. Садись, Снежанца, и присаживайся на попку. У нас оказывается Костя. Он вообще сильно кричит всегда. А он пошел щечку помыть, нарисовал ручкой щечку. И Снежана бегала что-то делать. Здравствуйте. Приятного аппетита всем. Мы уставшие, у нас ужин. Да. На ужин у нас креметки. Соля, капуста тушеная, без мяса, просто с луком, с морковкой, со специями. Получается, что также у нас мойва жареная, форель и горбуша под масляно-лимонным соусом. Обязательно на канале 11 детей я выставлю этот соус. Посмотрите тоже себе такой, если любите, если вы гурманы, сделайте тоже вкусный соус. Лимончиком прям отдает. А что у нас еще на столе? А, у детей суп с пельменей. У нас вчера был колбасный суп, сегодня у нас с пельменей. Вот твоя девочка. Я уже Вкусно ли ты там? Вкусно, да? Кому форель, кому горбуша, я нашла в морозильной камере сегодня. Лимон? Да. Лимончик там вкусно, да? Да. Я думала, ты не будешь кушать, даже тебе капустки не положила. Капусту бы кушал? Нет. Ну, суп тебе налили. Тебе и Снежане, Косте, Анюте суп налили, а там что хотите, кушайте. В общем, пельмени вам наложили. Приятного аппетита всем, кто с нами кушает. Вася, доча, сходи, пожалуйста, за моим телефоном. Я хотела там комментарии. Где-то мой телефон был. Вон. Дочь, возьми, пожалуйста. Да. Угу. Хочу на некоторые вопросы поотвечать. Что не понимаешь? Вкус и лимон. Лимон. А рыба всегда с лимоном кушает. Вот именно, особенно. Рыбка вообще, лимон с рыбкой очень вкусно, всегда. Тебе вкусно, да? В кружках у детей компот. Но у них ты что, рыбу ешь? Да, кушает рыбу, представляешь? Я ему погоду не портил. Кушай. Так ее нету. Кушай, сыночка, кушай рыбку. Порой не предугадаешь, не хотели. Ульяна еще говорит, мам, Ваньке не надо. Я говорю, да ладно, пусть стоит. А он, оказывается, кушает. А скоро скажет, а почему капусты мне не наложили, да? Да. Мама, я все косточки убрала. А нельзя, мама? Мама, у меня есть косточки? Ну, смотри, их аккуратно. Ну, если вообще нету, но если попадет, вытащишь. Мало ли, может, мама просмотрела. Форельки в последней, может быть, с горбушей прям хорошо вытаскивала. А у меня какая лодка была? Какая у тебя, не знаю, то ли горбуша, то ли форелька. Да не важно. Нет, по-моему, горбуша. Горбуша? Нет, вот этот. Ой, дети, я хочу вас обрадовать. Вчера я уже детям объявила это, но не всем. Сыночка, смотри, ты прям на скатерть налил столько много всего. Давай вот так, кушай. Ну, ты над тарелочкой, ты же как в садике что-то. А мы опять участвуем в турслете в конце мая. Но Валеры с Ромой, возможно, не будет. Она тоже так сказала. А возможно, даже вы приедете, может быть, перенесется или еще что-то. И турслет будет посвящен теме «Школа будет». Нам нужно придумать задание, домашнее задание по фильму какому-нибудь школьному. Ну, ротик прикрывай, пожалуйста. Ротик прикрывай. Как надо ротик прикрывать? Ну, ты же знаешь, что, ну что. И это, Валер, так, тарелочку подноси, капаешь на скатерочку. То есть туда с тарелочкой. Мы вчера подумали, что фильм «Электроник» будет у нас. Нам нужно какую-то сценку. Да, мы смотрели уже. Да, вы смотрели. Какую-то сценку надо придумать. Что? Чтобы мальчик убежал от этого. Чтобы зрители смотрели.
и угадывали, по какому фильму. Может, мы там по Буратино, может, мы еще по какому-то. Вкусная рыба какая. Тебе не понравилось? Ульяна. Мама, вкусно? А завтра мы с Анютой будем там участвовать? Это не завтра, доча. А когда? Это в конце апреля. Ну вот все. Все будут участвовать. Вся семья. На тебя-то там как раз все надежды. Сюда мы никто не Максим. Не только на нее. Может быть, сделать эту, как она, минусовку на флешку. И под минусовку спеть песню какую-то. Домашнее задание. Бабушка и девушка останутся? Угу. Может быть. Я уже рассказывала. Акробатика там можно. Да. Мы с тобой уже там были, пели. Я стишок рассказывала. Мама, а мне будет все легкое давать? Да. Я. Нет, у меня какая-то рыба. Ковалька. Мама, там нету кофточек. Дочь, кто, куда мы ездим всегда на турслёт? О, Камикалию уже пришёл. Мама, помнишь, мы уже с тобой туда ездили, я стишок рассказывала? Нет, не туда. Куда мы с вами ездили на турслёт, где мы парни делали машину там из картона. Поняла. Владик тогда клоунами они были, помните, мы шили? Да. У нас была речевка, девиз. Да. Да. Потихонечку. Не надо кричать. Не надо вам кричать, пожалуйста, ладно? Я потеряла комментарий, искала. Не приготовила его в этот раз. Быстро-быстро. Ладно. То есть нам нужно будет придумать цвет футболок, в которых мы будем. Я в этот раз в Валбересе смотрела. Какой? В тот раз у нас синие были, да? У вас красные были, а у нас с папой синие, да? Да. В этот раз покупаем все 50-го размера футболки. Я потом их ношу. У них рыбка другая, а сейчас Никита кушает мойву. А я? А ты форельку или горбушу? Ты вообще огурчик кушаешь. Приятного аппетита всем, кто с нами кушает. Огромное спасибо вам за теплые комментарии. Спасибо за пальчик вверх, который вы постоянно ставите. Да. Вот такой. Не, вот такой ставите. Сына, не бойся. А вот такая рыба вкусная. Вкусная? А вон ту не стала пробовать, да? Угу. И немножко. Не оценила. И Ульяна не оценила, да? Нет, почему? Вкусная. Вкусная. Мальчишкам парня понравилось, да? Кушай, кушай. Кисло. Вкусный, но только кислый. Ну вот с сюжетом сложно будет, да, разрабатывать сюжет? Нет, надо фильм смотреть просто и какой-то кусочек, который нам понравится, чтобы вся семья участвовала. Мама, я тут ее папки взял. От улыбки. Ты не понял, по фильму «Электроник». А, «Электроник»? Угу. А там друзья очень много. А ты сможешь сыграть на фортепиано песню «Учат в школе, учат в школе»? Помнишь, мы ее летом с тобой отыгрывали? Да. И сейчас отыграть ее опять. Это будет ну. А у нас максимум ноты нету. Мама, да. Мы можем у нее попросить? Да. Я знаю целую песенку.
Уча в школе? Да. Ну вы ее уже забыли. И ты, и Максим, вы оба ее знали? Нет, петь я знаю как. А, петь? Угу. Там что-то малышение обижать. Песню где знают, что-то малышение. Кушай. Ты тарелочку сейчас перевернешь. Отодвинь к тебе. Кто залетел? Жир. Осторожно. Салфетку возьми, у тебя ручки слишком липкие. Не трогай. Я знаю, кто на нами ехал. Наелся. Папа, ты это уже? Кушай. Я вот такой люблю. Ты голову будешь? Нет. Я уже вот она и голова. А это голову. А, не на том канале смотрю комментарии. Я хотела смог. Смогбанга именно. Завтра уже будете вещи мне показывать. В садоторий уже будем собираться. Мама, это будет хайска. И с лимоном? Через 8 дней не будет. Да, мама? 8 дней уже? По квартиру, да, 5 выходных. Еще кто-нибудь из группы поедет в санаторий? Нет. Сегодня я должен был выступать. У меня главная роль какая-то была. Я уже какая-то, говорит, главная роль была. Я должен был выступать. Ну, тут хочется, как и на ну, и у меня там выпускай. Ну, ты, смотри, не расстроился, да? Ну, они расстроились, потому что я хорошо. На, подвел их. Да. А что у вас за мероприятие сегодня? Да я уже не помню. Короче, бы я вам тайно рассказывал. Я объелся. Молодец, ручки вытирай, губки вытирай. Там еще синий чувак ест. Нет. Ну надо же, а. Нету комментариев? Да, их много очень. Я просто хотела на некоторые... Ладно, подготовлю на следующий мукбанг. Закрутилась сегодня просто. У нас опять дожди. Мама, опять у нас это... Неизвестно, когда они закончатся. Да, завтра. Нет, завтра ты еще в садик идешь. А послезавтра? Может, не дам. Но у нас специально. Садик. Это твоя работа. Садик. Садик-музыкалка. Скоро у тебя вот школа начнется, ты по-другому заговоришь. Ты будешь говорить, ой, что же я в садик туда приходил. Хочешь в садик? Я хочу в садик. Конечно, в садике делать ничего не надо. Дома да, просто играйте с первого класса, нет. Мама, вы лимон сегодня? Мама, телефон это комментарий? Ну, просто лежит. Это что, комментарий? Вот это вкусно. Вам говорили, какие по ГТО завтра будут у вас? Завтра у нас ГТО в школе.
Но это будет только местная школа и все? Или гости? Наши еще будут. Нет. Вся школа наша или гости приедут? Наверное, вся, да? Просто. Апреля? Мая, наверное. Ну, сегодня, если что, так, 6 или 7 апреля уже. А ты что, на следующий год, да? Мама, Валентина Евгеньевна сказала, что все будут, все классы будут вот в этом участии соревноваться. У Максима с класса 3. 5 человек от класса. Мне кажется, 3. 5. Да? У нас... Три мальчика и две девочки. Все, мама, я завтра пойду тоже. Ну, так а уроки завтра будут? Да, будут. Все то же самое, да? Мам. Все то же самое, но под конец. Шестой урок. Меня не это не интересует. Меня интересует, вы в музыкалку успеете или нет? На сольфеджио. Уроки она сказала. Там в 11:30. Уроки? С утра будет ГТО? Да. Он еще на улице будет читал. Ты читал где-то, да? Она Валентина Евгеньевна просто объяснила и не говорила. Мне она просто она кажется, сказала, что под конец. Она нам сказала. Но вы же все вместе одновременно не сможете все равно. Наверное. Может быть, сначала старшие будут. Ну там что, бег, прыжки, да? Да, отжимания. Там очень не быстро. Отжимания я очень хорошо. Отжимания. Бег еще. Я до этого видео смотрел, ты говорила зажимание. Отжимания. 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 Мы ее научили. А вы закрыли индюковку? А уточек? А петухов закрыли? Опять ее закрыли? У нас сегодня папа болеет целый день. Я его прям дома, но он прям, ему полегче стало. Я его лечу целый день. Пахал и дуло, и потел, видать, и заболел. И вчера опять весь день на улице, и до этого на улице. И сегодня прям вот его целый день. Я, если что, сегодня весь день лежу. Отдыхает. В санатории. Курортное лечение. Покормят. Да ты не ел ничего. Это в санаторий везет. А в лагере? А в лагере? Лекарство, да. Папа. Почему ты мне приносила творог? Лекарство приносила? А, ну творог. Папа, это в санаторий везет. Вы просто лежите, а в лагере туда-сюда ходите. Вот я сегодня в санатории был. О, класс такой. Можно еще завтра в санаторий? Это для лечебы. Кто? Лечоба. Лечоба. Лечоба, уколы делаешь? Это не делаю. Не бал. Тубетки глотать. Вкусная мойва какая. Да, вкусная. Мы что-то не брали. У нас уже все съели. Нет, это мы в тот раз покупали. У меня еще чуть-чуть, еще столько же осталось. Ну, то есть будем брать, теперь знаем. Ну, мойву мы раньше только кошечкам покупали. Да-да-да. Мы даже не думали ее жарить себе. Она вкусная на самом деле. Кошки знают, что есть. А мойва и килька, это одно и то же? Не знаю. Мама, остутки вкусные? Да. Уже кушать? А что делать? Разговаривать? Ну, язычок от чего болит? От уксуса. От какого? Ой, от уксуса. От лимонки, наверное. Да прям. Ну, я тоже, кстати, Максим, не выключил чуть-чуть. Но я-то много сегодня этого лимона пил. От орехов тоже болит. Да, от семечек болит язык. От грязных рук болит язык. Да, чаще всего от грязных рук.
У тебя вафка зажила, которую тебе мальчик ударил? Вчера же ударил, да? Да. Просто сказал, что это не он, а Семён. Вот этот самый высокий у нас. Мама. Но он не специально, да? Да. Мама, сегодня мальчик... У тебя лицо очень грязное. Вытрись, пожалуйста. Сегодня один мальчик ударил Ваню, а Ваня ударил меня в колено. Да, нечаянно. Дочь в тарелку локтем. Компотик, вы молчите. Я тут думал, чай такой. Нет, думаю. Компотик. Пью, думаю, что-то чай холодный. Что, потом будем прощаться? Да. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Всем пока-пока. Да.